Я думаю, что для христианина-славянина алкоголь в жизни ненормально, потому что у нас нет четких границ, потому что мы не понимаем, и так уж повелось в нашей культуре, что у нас нет этого понятия, где же та грань? Пить и не упиваться. Это раз. Во-вторых, также, когда мы говорим о Боге, о любви Божьей, о Слове Божьем и о ясности и о трезвости ума, то Библия учит, что когда мы пьем, когда мы выпиваем немного вина, оно оказывает на нас свое воздействие, и мы можем принимать уже решения, не те, которые бы мы приняли во время ясного и трезвого ума. Поэтому, я думаю, для нашей культуры алкоголь несовместим с христианским мировоззрением и с точкой зрения христианина и с жизнью христианина.